Друзья, всем привет! Сегодня мы дегустируем Бельбек, Фиолент, Розе, полусладкое 2021 года урожая, ЗГУ, Крым, Севастополь, Россия. Сортовой состав Каберне Савиньон, Шардоне и Мерло. Алкоголь 12% объемных. Наше вино насыщенного лососевого цвета. Нос вина чистый, без дефектов. Умеренный минус интенсивности. Ароматы красных ягод, клюквы, брусники, зеленого яблока и красной сливы. Во вкусе вино с ощутимой сладостью, с умеренным, немного теплым алкоголем, со средней кислотностью, с легким телом. С умеренной минус фруктовой концентрации в быстром по продолжительности послевкусии. Это вино удовлетворительного качества, простое, но понятное. Легкая фруктовая ароматика. Во вкусе вино также легкое, немного выпирает алкоголь. Не хватает кислотности, фруктовости и продолжительности послевкусия. Пить сейчас. Оценка 82 балла. Купил за 995 рублей. Cheers!